Здравствуйте! Сейчас будем делать упражнение, которое будет наполнять наше тело энергией. Включите свое воображение, представьте себе солнце, свет, воздух, и все это должно помещаться в нас, внутрь будем помещать. Становимся вот так, твердо стали на земле, твердо опустили ручки и будем вот так крутиться. И представьте себе, что мы вот делаем такую, закручиваем спираль вокруг себя. Спираль, состоящую из света, из силы. Все энергии здесь вот текут у нас сейчас, видите? Бедра у нас совершенно расслабленные. Совершенно расслабленные бедра. И мы вот так крутимся. Вся энергия у нас собирается ладонями. Здесь у нас уже образуется спираль и круг. Золотой круг, еще какой-то. Вы можете сделать в своем воображении любой круг создать. Вы знаете, спираль уже пошла от земли, видите, она поднимается. Бедра расслабленные. Мы крутимся вот так, закручиваем ее вокруг себя. Закручиваем. Дыхание течет свободно. И ручки потихоньку, чуть-чуть поднимаются выше. Мы поднимаем эту энергию. Кисти как бы расслабленные, но в тонусе таком. Они держат что-то, что-то они держат. И понемножку мы поднимаем ручки. И все время у вас не покидает ваше воображение, вы все время видите, вы увидите, как вы поднимаете эту энергию. Чувствуете, как она течет между вашими ладонями. Выше, выше, выше. Видите, она уже поднялась выше. Так, там, где ваши руки, кисти, представьте, что вы до сих пор уже подняли ее. Дыхание свободно течет. Сейчас мы дошли уже в солнечное сплетение нас. Поворачиваемся, крутимся. Тело все больше и больше наполняется энергией. Ноги стоят крепко. Полной ступней. Разворачиваем ладошки потихоньку. И теперь мы будем брать энергию уже сверху, с неба, звезд, солнца. Если вы делаете утром, это одно. Если ночью и вечером, это другое занятие. В вашем воображении вы так вот закручиваете, делаете такую спираль высоко-высоко, аж к самому небу, звездам. Бедра свободные, совершенно. Вот так. Ручки вверху. Мы уже черпаем энергию. Столб энергии идет прямо к макушке нам. Дышим свободно. Закручиваем вот так, закручиваем. Там, где наша мысль, там энергия. Вы знаете это. Там, где мысль, там энергия. И потихоньку опускаем ручки. Опускаем энергию небесную к себе ближе.
И здесь мы раз, поворачиваем ручки. Видите, как мы наполнились? Она уже здесь, энергия, внутри тела у нас. И теперь мы делаем уже такие движения. Энергии уже много, мы окружаем себя вот такими спиралями. Вот здесь идут спирали вот так, вот так. И теперь мы потихоньку делаем вот такое тоже. Успокаиваем эту энергию. Она уже собралась к нам. Дышим спокойно. Собираем ее вот так. И помещаем ее сюда в живот. Видите, дыхание уже у нас успокоилось. Мы совершенно спокойно дышим. Можем продолжать гулять, прогуливаться и заниматься своими занятиями. Это очень такое прекрасное упражнение, не приносящее никакого вреда и только пользу. Вы почувствовали, как весь позвоночник наш пропитался энергией, вот так вот, стержень энергии, и разошелся. Воображение должно работать всегда. Воображение – это создание мыслеобразов. Создайте себе образ совершенно здорового человека. Вас. Будьте здоровы, занимайтесь.